Фу, не важно, что я сделаю. Не важно, что ты сделаешь. Давай, заходи. Так нахуя? Не, я это знаю, что мастер же делает. Изредка кидать хорошие ракеты. А, кидать? А что я должен кидать? Ну, стафы. D4, сейчас. 2. О, yes. Ну все, так. Мне будет 2d6. Это интеллект и ловкость. Сила и удача будет. По единичке. В единичку, да. 2 положительных, 2 отрицательных, правильно? Ну, бери. Сейчас, я зарядачу, потом ты сразу видишь. Так, сначала что надо высокий интеллект? Ну-ка. 2d6 интеллект. О, 2d6... А, блядь, неловкость, ладно. Так я могу быть высшим вампиром. О! Это неплохо. Сейчас. Что-то я не вижу. Safe changes. Можешь поглядеть. Ну, все понятно. Надо мне придумать сейчас... Вот, придумать банк... Этой, шикарь, правильно? Так, крафчуся шикай. Давай. Это будет такие танта такое. А, кинди 2d6. Сейчас. А, сейчас. 2d6. Да! О, бангай, сразу, блядь! Ну, сейчас согласуем эту хуйню. Так, 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 это будет у меня короткий танто, ща. Ты узнаешь, что это такое вообще? Блядь, задать поебал, белый. Знаешь? Конечно, знаю. А, докажи. Блять, я же с тобой на этих теле, сука. А вдруг ты не знаешь? Пошел нахуй. Вот хихио, это что означает? Что там, блядь, кричили, реви нахуй, что-то такое. Пошел пизду, блядь. Хио, это бамбуковый, блядь. Разве? Это бабанкай, да, бамбуковые змеи, короче. Они... Не. Хихио занимаю, а это банкай, а шикай его по-другому активируйся. Там где Ульюш, это Забимару? А, блядь, ну по... Ну всё, бери, я знаю, я знаю! Бери, полнодел, бери! Фу, блядь! Бери! Никаких мастер душа, никаких, блядь, долбоёбов, пошёл. Ну, знаешь? Я знаю. Не знаешь, блядь, не уводить нахуй. Пиши. Нет, я не буду писать. Пиши. Нет. Пиши. Я думаю, нет, я не буду писать. А почему? Потому что я знаю, что такое... А что такое Самузака Гагиёши? Самузака Гагиёши, это там тысяча, короче. Ну вот, я тоже знаю, так же всё, пошёл нахуй. Ну так а ты, Хион Зимбимару, привёл пример, если ты не знаешь. Тут не в том плане, блядь. Тут надо, чтобы, типа, глядел ты в лич или нет. Да похуй. Фу, завалил. Завалил, ебал. Я потом это уберу, потому что... Всё понятно, всё понятно. Так, так. Давай, ок. О! Вот так. Блядь, окей, банкай. Коля, окей, банкай ты мне можешь дать. Вот это должен быть ловкий интеллектуальный банкай, да? Ну, я думаю, тут сейчас... Ну, у тебя будет банкай, это такие же, как у Марка Вульфа. Это ассимилировать чужие техники. Не, ну это... Будешь видоизменять оружие в любое оружие, которое ты видел. Банкай. Не, на что-то другое. А что ты хочешь?
Это что можно дать? Так ты скажи, я скажу, да или нет. Мне танто написал бумажный танто. У меня бумажный танто. Бумажный. В смысле, это нужно для резки бумаги. Нет. Все понятно. У тебя, короче, обычный меч это такие как нож, выдвигается как нож для резки бумаги. Все понятно, нож для резки бумаги. Такие. А банкай у тебя будет. Ну давай, придумаешь обилку, тогда придумываю форму. Придумаешь форму, это придумаю обилку. Ша. Так, у меня. Что мне? Мне еще разогреться, мне надо разогреваться. Так. Ты только проснулся? Я только проснулся, и я не помню нихуя. Ну все понятно, придумал ультимативный банкай. О! Я знаю банкай. Если я протыкаю, то и челик исчезает нахуй из мира. Мир его не помнит. Ну чё, что-то типа того. Блядь, ну, всё. Внешний вид у тебя будет. Блядь. Протыкаю, да? Да, стирать из реальности. Ну все, я короче, где киянка, блядь? Что? Протыкаешь киянку и стираешь из реальности. Пошёл. Забыл, что тебе такая дилка есть. Пошёл нахуй, какой. Что, блядь? Ну ладно, не киянка. Надо... Ну что это за такое дегродское, очевидно. Что-то дегродское. Нож для сашими. Коля, фу. Да нет, это норм вообще. Банкай. Ну у тебя, короче, банкай это такая будет тупая тухалка, как вот стек, типа дубина с обсидиановой хуйней. О, блядь. Ну тут тупо... А, подожди. Ну, порезать надо, правильно? Нет. Старый ворный наставляет, что ебан, блядь. Что надо? Что стоит? Старый ворник, старые писания оставляют. На нож, шикай, соответственно, без обилок получается, да? Шикай нож для резки бумаги, ну, блядь. Ну, короче, если что-то сделано из бумаги, то прорезаешь. И мясо тоже. Это бумажное мясо. Оно мясо нормально режет. Вот. Давай я куплю и протестим на тебе. Ну, ты на себе протестишь. На мне тогда протесте. Ну вот что, вот такие шикари. Ну, нож для резки бумаги. Ну, шикари позволяет есть бананы. Хочешь, окей? Да ну, нахуй, я и так могу есть бананы, просто с кожурой буду есть. Ну, как что, ну шикари классно так, вперед-назад, но... Ну, вот вид банкая. Ну, вид банкая, так я же ты уже сказал. Окей. А шикарь нужен для резки бумаги. Окей, банкай. Банкай, у тебя палка какая-то, такого тупо. Тупо обсидиановый меч какой-то, как от стека. Не, ну, что-нибудь. Да, блядь, хули ты уёбываешься? Кусок стекла острый. Ну, так я же только удобно вообще инкрустированный. Так всё, давай. Фу, это... Ну, хорошо. Не уёбывайся. И так там дохуя ловкости, интеллекта, думаешь. Так, меч от стека. Ну вот, шикая, не моя билки. Ну, блядь, у кого шикая еще была билка? Дохуя шикая. Только главный герой не было билки у шикая, куда он еще? Да похуй, типа. Ну все, значит, вперед-назад лезет, тупо ездит. Ну, нож для бумаги. Красиво. Знаешь, рукоятик обычная, но рукоятик как нож для бумаги. Нормально, нормально. Ну что, я готов. Ну все, короче, просыпаешься, короче. Я из страны фарфор. Да похуй. Просыпаешься такие дома, да, такие, углядываешь в окно или нет. Что, я проснулся в каком-то доме? Ты в своем доме. Что это за дом? Это твой дом. Это точно мой дом? Стопроцентно. Вот да, что ты хочешь кинуть? Не-не, так. Ну, по идее, мне можно красное не вспоминать, типа, мне похуй на их. Так. Это. Я гляжу, я что на столе. А что ты хотел видеть на столе? Записка, типа, что я тут делаю, блядь?
Ну, Лёсь, допустим. Ну, читаешь? Подожди. Я интеллектуал, я зажигаю. Ёсь свечки рядом. А что, они были? Ну, да. Ну, где-то тут были, не помнишь, где там только. Блядь. А, сука. Блядь. Я смотрю, есть... А, солнце светит. Ну, я говорю, ты смотришь в окно, ты как-нибудь поглядел. Да, я смотрю в окно. Ну, светит. Я... Видишь, там ебать тупо техногенные какие-то, блядь, тупо этого постройки. Нихуя не понятно. Пиздец, а солнце мне хоть светит в окно? Ну, так, знаешь, косыми лучами, типа, комфортная спальня, хорошо куплена, типа. Хорошо, я рву бумажку пополам, но так, чтобы, типа, оно вот так вот держалось, типа, оно не открылось то, что внутри. В смысле, подожди, пополам? Ну вот, она сложена вот так. Ну, она сложена пополам. И я рву не потому, как оно сложено, а как дикарь вот так вот. Чтобы две бумажки сложены. Да-да-да. Ну, порвал. Беру одну бумажку сложенную, подношу к окну, лежу на просвет. Кинь на интеллект. Кидаю. 9. Все, кинь. Тут надо... Ну, короче, ты понял, что, бля, от половины нихуя не понятно, я прочитаю. Бля, там изображения какие-то есть или просто буквы? Буквы, бля. Открывает буквы, ты. Круто. Читаю. Читаешь? Написано. А ты читаешь одной или на второй? Только на одной бумажке. На второй. Написано молоко. Открываю низ. Нижнюю, которую... Это было нижнее. Ты же не сказал, нижнюю или верхнюю. Открываю. Сука, открывай верхнюю. Купи. Понял, это мой квест. Я такой, ясно. Нет. Теперь это мой квест. Я хочу купить молоко. Нихуя. Смотрю, если... Откуда? Короче. Где деньги? Деньги? Да. На самом деле. Ладно, я потом поведу тебя на этой квест. Где деньги? Ты не знаешь. Ну ты знаешь, где-то были, но. Я в штанах? В чем я? Я в пижамке? Нет, ты в этой. Ты в черном халате. О, отлично, черный халат, руки засовываю, там карманы есть. Не, это халат, блядь. Ну так. Это такие банный халат без кармана. Сука, я такие, каким... Как в диско иллюзиуме, когда там... В любом нормальном халате есть карманы. Это такие, ну это такие просто, такие, тупо, знаешь... Давай кину на удачу, если там карманы. Не кидай. Блядь. Ну давай даже, я даже не буду тебе булить, кину трёшку. Сука, там нет карманов. Нет карманов. Забыл про карманы просто. Я в трусах? Ну, ты в халате. А на ногах что? На ногах шлёпки. Сука, блядь, вокалист ёбаный. Штаны какие-то, трусы. Блядь, я говорю, ты в халате, ебать. В халате шлёпки? Ну, это, наверное, это на торс. Это халат, блядь, это не такие... Блядь, пошёл на... Это не халат до колен, блядь, это пальто, блядь. Банное пальто. Ты такое. Ебан, блядь? Вот, а докуда? Вот сука, у меня штаны. Или нет? Ты мне скажи. Нет, а... тебе халат. Чего? Я в трусах одной халате? Ну, по халату типа, у тебя длинный халат. Ведь китайский. А. Ну, так я про это имею в виду, блядь. Так, да. Так и сказал бы. Ну, ты ж, сука, стильный черный костюм. Ну, очевидно. Хоть в черном халате, банный. Блять. Без кармана. Заглядываю в носки. Кинь на удачу. Блять, надо было удачу выбить. О! Ну сейчас, а тупо, блядь. Блять. Нет, не в носках. Было бы неприятно спать. Заглядываю в тапки. Тапки, бы тапки, что только сейчас надел. Не, не в тапках. Блять. Когда ты спал в тапках, не заметил, забыл, что спал в тапках. Сука. Там такие шлепки, знаешь, такие резиновые. Блядь, я каких спал? Пиздец. Ну, хуй знаю, блядь. Хорошо, наверное. Выглядываю в окно. Выглядываю. Открываю окно. Открываю. Кричу, дайте денег. Кидай на удачу.
Мне сейчас дадут денег, блядь. Три, сука! Три! Ты ебанутый! Ну, ты, блядь. Ну. Что ты просто так дали денег, блядь, ебан. Кричите, мужик. И пролетаем в своих скоростях на костюме крыло. Я смотрю, это человек, блядь? Или нет? Или я интеллектуал. Должен, это, блядь, человек? То, что покликал, нихуя не похоже, что это человек, блядь. Он пытался что-то ответить ему просто, щеки надуло ветром. Это человек. Сука. Хорошо, закрываю окно. Тут есть шкафки? Да. Камон. Ну да. Я открываю все хуйни, достаю, ищу деньги. Кидай на интеллект. Ладно, нашел кошель. Бля, так стандартно кидается два кубика. Нет, так тут, типа, я порчу тебе плохое значение, тут это более, ты же всю хуйню открываешь. Нет, это не пошло, сколько кошеле гроши? Ну, так, ну, все, заебись, молоко. Кредитная карта там, типа. Да похуй, выкидываю, мне надо ту наличку. А на стуле же, блядь, там. Что? Бабок накапало по проценту. Я ее выкидываю, нахуй. Кидай на интеллект. Блядь, ты что? Не выкинулось, это какая-то сверхтехнологичная карта. Бля, достаю нож для резки бумаги. Достал. Это не бумага, предупреждаю сразу. Вот так вот делаю от руки, чтобы она снялась. Кидай на ловкость. О, заебись. Сейчас порежу себе пальцы нахуй. Да! Снял. Ну, допустим. Осталось теперь, наверное, ножки для ножа для резки бумаги. Фу, блядь, в смысле? Сверхтехнологичная карта, нельзя даже так взять и выкинуть. Я подхожу к комоду и так вот нож, это, карту к комоду, чтобы она к комоду. Дай на ловкость. Да за, блядь. Ну, бля, комоды какие-то такие, знаешь, тупо шар ёбаный, шар комод. Блядь, тогда к чему-то не к шаровому, можно? Можно, попробуй. Давай. Блять, да ёб твою хуйня! Ну, бля, вспомни, у тебя на самом деле всё вот этот шар, типа. Сука, я что ж, блядь, Свиборг, дом Свиборга, сука, у меня эта карточка теперь на рукоятке ножа, правильно? Нарезай, ты же не рукояткой снимаешь. Сука! А, ебать. Я досуммирую это, меч в банкай. Ну, что ты говоришь, а? Как тебе называется банкай? Блять. Ну, литр для рандомную хуйню, блядь. Японский не знаю. Не, надо сейчас на японском шоу. О, заебись. О. Сейчас. Детарамио Васеро. И так хуярю, чтобы оно трансформировалось в меч. Трансформировалось. И что с карточкой? Ну, на лезвие. Блядь! Трансформинг, это же не... Она на лезвие именно. Да. Я лезвие провожу, чтобы она нахуй стерлась из реальности карточки. Там надо пронзить. Там не написано. Там обилка снять из реальности, все. Да, неловкость. Все. Блядь. Сука. А что ты так вот? Об шкаф, блядь. Ну, стер шкаф. Yeah. Заебись, похуй. Знаешь, суммирую обратно. Шкафа не было. Забыли про шкаф. Суммирую обратно в шкаф и все. Похуй, блядь, будь она лезвий. Поебать. Беру гроши, выхожу из хаты. А где гроши? Нет? Гроши все в руках встречу. Точно? Нормально. Ну, я пока что не буду тушить. Фу, слава богу. Выхожу тогда из хаты. Нахуй. Вышел из хаты. Подхожу к какой-то. Думаешь, что ты забыл? Так. Пильный интеллект. Меч я взял, гроши взял. Пильный интеллект. Халат взял. Что я мог забыть? Ну, вроде ничего не забыл. Ну, пошел нахуй. Я все. Все, что мне нужно, я взял. Я подхожу к первому мужику. Я кого-нибудь говорю. Здорово, мужик. Ну, мужик такие. Ну, здорово. Где молоко купить? Ну, не знаю, но сейчас я не могу купить молоко. Что? Громче! Ну, а
нас уже не производить молоко. Что? Громче, блядь. У нас в стране не производить молоко. Что за страна? И падая на колени, тупо начиная рыдать. Что за страна? Если уже 500 лет назад не производить молоко. Страна хуйни, не то что фарфор. Это страна фарфорового государства. Бонзай. Прошло 500 тысяч лет. 500 тысяч лет. Всего 1000 лет назад перестали производить молоко. Я говорю, хорошо, суррогат молока можно купить? А зачем? Я показываю ему лист, мне важно донесение, мне задание чрезвычайно важно. Мне нужно было купить молоко. Ну, надеюсь, пойдет и суррогат молока. То, что по вкусу похоже на молоко. Окей, ну так зачем тебе молоко? Нужно. Я обязан купить молоко. Так я, ну пошли. Я иду. Заходите в магазин. Захожу. На подходе к кассе я говорю, мне надо купить молоко. Защита такие, продайте мне молоко. Ну такие. Говорят, с вас 700 юаней. Или же мужик, ты охуел? Я говорю, давай 700 юаней, я договоримся. Ты же сказал, что молока нету. Так это для обычных людей. А выхожу на улицу, лежу на вывеску, что на вывеске написано? Элитный магазин для элитных людей. Ты не смог выйти, во-первых, кстати. Ты забыл ключики работать, ты не знаешь, как работать. Ладно. Ты не смог выйти. Почувствуешь, что на вывеске именно такое хуйня? Хорошо, вспомню. Вспомню буквы, не вспомню, откуда они. Достаю из кошелька монетку одну, даю ему и быстро хватаю молоко, ловкостью. Да. Yeah. Говорю, мужик, спасибо, выхожу, бью нахуй. А ты не можешь выйти, ты знаешь, где я работаю. Я говорю. Нет. Я говорю, да это рамя у вас урро. И досуммирую этой шикарной банкой и режу нахуй дверь, чтобы она исчезла нахуй. Дверь исчезла. Дверь исчезла. Я выхожу. Иду домой. И брат этот суммирую меч в шикарной. Кидай, мне интересно. Нахуя? Челюсть. Сука, троечка. Ты забыл, где дом. Разве? Да. Блядь. А, вещи и людей. Алло. У тебя нема ключей. Ты забыл ключи. Да мне похуй, я помню, где дом. Такая, а я как-то здесь без ключей. Так же, как вышел, блядь. Ну там просто дверь была открыта, мужики курили. Сейчас нема. Ну, так же, как вышел из магаза, так же зайду и в дом, блядь. Дай мне ловкость. Подожди, я пришел на хату, правильно? Дай мне ловкость. Блядь. Сука. Что? Стер, короче, ручку от двери. О, заебись. Толкаю вперед. Дверь открывается, надо наоборот не себя тянуть. Там дырка же осталась. Ну, под ключ. Типа не под ручку. Не. Чёрт, блядь, тупо. Ручку, но дырку в дверях для ручки не сёржишь? Ты там ручка была привалена. А, сука. Блядь. А, я нож трансформирую обратно в шикарь. И вставляю между дверью и... Там широкая. Что кидай на силу. Что широкая? Кидай на силу. Подожди, что? Хочешь, что широкая? Я подумал, что широкое лезвие, а потом понял, что ты сбоку так ходишь. Ну да ладно. Ну, вставляю вот так вот между. Кидай на силу, чтобы открыть. Это скорее на ловкость. Да? Нет, вот так вот. Один на силу. Фу, пидорас. Чего мне дискалит? Ой! Я въебал. Я не... О! Ну... Карточка к двери прицелилась, правильно? Ну и что это было? Заебись, мне свободное лезвие. Ну, ты еще домой надо упасть. А! Подхожу к окну. Хочется пить. Смотрю на молоко. Не молоко. Кидай на интеллект. Ты сможешь это вспомнить, что? Блять, я помню вещи, но не помню, что я не хочу пить, блять.
Сука! Ты хочешь сока попить? Блять, хочу сока. Пойти купить сока. Иду в магазин первый. Заходишь. Говорю, здравствуйте, что да вы... Да не пускают. Говорит, ты магазин для элитных людей. Я... А, да ты, который без дверей? Ну да, это же ближайший магазин. Там мужик тэпи, говорю, это и он, блядь, это и он украл сок. Украл сок. Ну молоко, ну не важно. Я говорю, я не отдам вам сок, я работаю 3 дня без зарплаты. Кидай на это, на что ты, хочешь их убедить? Кидай на тебе. Блядь, да, я хочу их убедить, сука. Не убедил, мне такие, бля, не выглядит. Ты очень отдохнувшее, свежее лицо, еще бутылка молока в руках. Вопрос, враг народа. А что, блядь, от меня хочется? Сдебитесь. Я говорю, заплатить. Я заплатил. Это ты заплатил рублями, сейчас юаню куда. Там нет куда, блядь. Так это рубль был. Там с дыркой? Нет, там написано 1 рубль. Хорошо, я беру, говорю, рубли сейчас. Говорю, мешочек закрытый, говорю, вот мешочек юаней, монетками. Только открыть. Когда я уйду? Окей, нихуя. А зачем ты сюда пришел вообще? За сок. Ну, сок купишь хотя бы, если ты достаточно баба. Достаточно, но... Мы принимаем электронную оплату. Говорю, подождите, да, подождите, сейчас я приду. Сейчас я приду. Мы такие... Ну, бабки-то отдай. За молоко. Ложу, говорю, открыть только когда уйду, хорошо? Кидай мне тебе. Наебал такие. Наебал. Ну ладно, так уж и будет, все равно ты вернешься. Я прихожу за карточкой домой. Где карточка? Не карточка, не дверях. Сука! Ты не знаешь, как работает эта игра. Не знаю. Это я просто не буду ебать такой мелочи. Фу, наоборот ебать. С какой хуйней. Ну так, я беру эту карточку. А! Как взять? Я беру нож и вот так его подцепливаю. Зацепил. Забись. Где карточка? На ноже. Сука. Ладно, прихожу в магаз. Где же чебало? Я подцепил ножом? Где карточка? Приходишь. Говорю. Мужики посчитали, сказали, тут не хватает 5 копеек. Так юаней уходу. Мы перевели, у нас тут рядом банковское отделение. О, спасибо. Сейчас значит, карточку еще заплачу, дайте соку. Ну иди и гляди сок, какие есть. Какие есть сок. Ну, короче, ты вот вспоминаешь бренды сока, которые были ходу в твою молодость, да? Это там. Это золотые хохлядские дары. О, хочу сказать. Иван темноземельный, типа. И это величайший, что там сок был импортный, это его называется. Святей Марк Волчиный. Я хочу золотые хохлядские дары, блядь, что-то. Блядь, кидай на удачу. Повезете? Блядь, не повезло. Хоть выбираю. Оставшая только одна марка сока называется Кум. Тленный кобан. Тупо на 99% состоит из химозности и на 1% из пиздежа. Это элитный магазин. Тут я подхожу к продавцу, говорю, тут есть элитный сок, а не хуйня. Тут я бы вынул двери, взъебали. Вам только. Никто не помнит про двери. Я говорю, ну у нас тут двери не спиздили. Никто не помнит, что они вообще были, блядь. Ну так. Они даже не знают, что их спиздили, их не было вообще в реальности. Кто-то спиздил сок, они говорят. Тут у нас просто на свободные проходы, кто-то спиздил сок, видно. Хороший. Весь хороший сок спиздили? Да. А есть другие магазины? Ну да. Хорошо. Вы еще 5 копеек должны. Я расплачиваюсь 5 копеек через карточку, да. Не можешь передать карточку. Я с шиками передаю, говорю, вот, возьмите. Может, это 100% контакт. Это контактная карточка, так вы прилаживаете, да пип-пип-пип. Если не приложить, то карточка у нас останется, это так не работает. А что за хуйня, что за карточка, блядь? Это специальная антиугонная система. А можно специально угонную систему поставить противоугонную систему? Ну тогда она будет улетать, если вы сможете взять руки даже.
Это же, блядь, это же рабочая система для угона, а не... Когда угонная система против противоугонной системы. Ну, и вообще такая. Ну тогда, грубо говоря, прикарточка улетать, у вас из рук никто не сможет ей дотронуться, она будет существовать в антиматерии. Тут есть банкомат. Да. Дайте, я пойду. Пришел, подхожу к банкомату. Там все на китайском. Ты умеешь пользоваться, кстати, банкоматом. Я же знаю китайский, я же из фарфорового государства. Да, но это и... Другие диалекты, все понятно. Прошло столько времени, тупо уже язык изменился, не понимаешь, что написано. Китай жду, пока за мной выстроится очередь. Кидай на интеллект. Фу, да я мог не кидать, нахуй. Коля, хочу еще проскидывать. Ну, кое-як это снял, 5 копеек. Не, я хочу все гроши сдать. В банкомате не масса, столько бабок. Хочу дальше. Максимум гроши, которые я могу снять из банкомата. Кидаю дальше. Ну, тут где-то, ну, на 300 юаней. Снимаю все 300 юаней. Ну, в банкомате, у тебя больше. Как? Ну, да похуй. Кидай на дальше. Да, чтобы все... В смысле? Заживала карточку, не достать. Деньги мне выдала? Да. Я же много бабок еще на карточке, я жадный. Я не жадный, я нож-то могу достать. Нож, да. Заебись, я забираю деньги, заебись. Прихожу, говорю, вот, блядь, держите деньги, я пошел в другой магазин. А ты будешь купить сок там, эти деньги? Так я же не все деньги отдал. Я 5 копеек. 300 юаней у меня с собой, мне кажется. Мы пересчитали, сказали, ну, 300 юаней, это 5 копеек. Так я 5 копеек снял. Ебать, юань дешевый. Хули, все инфляция, ебать. Ебать, Россия. Россия, стонс, ты тупо пустим, тебя наебали на бабку. Понимаешь, что тебя рубль, это на самом деле гораздо больше. Фу, блядские крысы. Я говорю, идите нахуй, я вам ничего не должен. Ухожу из магазина. Ну да. Сами сидят, тупо рофлюсь, и ты пережишь вкус, античные монеты залутали целый пакет. Пошли нахуй, фу. Идешь. Иду домой. Пошел домой. Я буду тебе отправлять. Ручки-то нет. Подхожу. Забыл уж ручка ее. Где ручка? Опа. Кто-то украл ручку. А, подожди, я же стер, я не был вообще. Ну, ты же не помнишь, что ты стер. Ты же стер. Я никогда не существовала. Ну, ты тем более, тогда знаю, как заходить. Подхожу к окну. Ты помнишь, на каком этаже ты живешь? На первом? Нет. А на юку? Ключак написано, вспомни. А где ключи? Ну, попробуй поискать по карману. Из чего по карману? Кидай. Что? Что угодно. Что угодно? Хорошо, кидай ловкость. Еще раз. Опа. Забыл карман, нет? Сука. Блять. Где ключи? Не знаю, попробуй пошерстить штанами, чтобы не поизвенчали. У меня нет штанов. Пошел нахуй. Ну ты же выходи, кстати, это должны быть ключи. Хорошо, я подхожу к двери, говорю, да это раме у вас сырого, и хуяр банкаем по дверям. Захуярю. Все, захожу в хату. Зашел. В свою хату. Ну, допустим. Там дверь тоже, я их понимаю, тебе тоже закрываю. Да. Пришел, сел на кровать. Сел. Поставил молоко на стол. Поставил. Можешь и спать. Заебись. А спить-то хочется. Выполнил квест. Попить сок. Выхожу на улицу. Выходишь. На лестничной площадке, как только уходишь из сада, мужик пьет пачку сока Иван Черноземельный. Классик. Я говорю, мужик, поставь сок на землю, быстро. Я говорю, я купил этот сок буквально 10 минут назад, потом ты с привозки забрал. Я говорю, сука, поставь сок на землю, и никто не пострадает. Ставим, уходит, у себя закрывает дверь. А где сок? Ну, стоит. Быстро подхватываю сок, пью.
Кидай, ну да. Там нету сока, сука. Пошел на. Я допил и дай ставил. Сука. Я гляжу ему в глазок. Видишь. Я его вижу. Не видишь, темный, ебать, сижу ночь. В глазке? Ну, типа, не освещенная лестничная клетка, не видно. Никакой. Сука, украли лампочки, пидорасы. Ну да. Может быть, они тут были, просто забыл. Можно надо укрутить. Да ну нахуй. Я говорю, да тарами, у вас сыро. Рублю ему нахуй дверь. Зарублю дверь. Где ты, мужик, что он делает? Заходишь. А куда ты заходишь? Ну, ты вот в хату того мужику. Ну ты в коридоре, вот хата. Я... Куда ты идешь? Есть дверь налево, дверь направо и спереди зал. Туда, куда зашел ты, мужик? Ну ты же не знаешь. О, точно. Между закрытыми дверями был. Давай посчитаем интеллектуально. Давай. Потом как настоящий интеллект. Я беру крок с подсока. Допустим. Ложу на землю. Допустим. Кручу. Да, на удачу. Повезло. Иду туда, куда указывает. Короче, указывает на выход. О, иду туда. Вышел на лестничный клетку. А куда я зашел? Где я? Блять, я в каком-то киберпространстве, ебать. Я таки, я вышел на лестничную клетку, прорубил дверь, зашел туда. Покрутил. Вышел обратно, ебан. Так, я зашел в дверь, а там еще три двери. Нет, там коридор просто. Коридор? Ну, две комнаты, блядь. Блядь, я в каком-то киберпространстве. Да нихуя. Пиздец, ебать. Так, я смотрю на стены, да. На потолок. Лестничные клетки. Да-да-да, я должен, типа, понимаю ли я, что я попал в ловушку киберпространства? Педалин тебе. Я в ловушке киберпространства. Ты в ловушке киберпространства. Блядь. Единственный же кейс вариант выбирать. О! Кидай на интеллект. Я говорю, подожди. Кидай на интеллект. Нет, нет. Ну ладно, это все равно. Кухай. Я говорю, деторами, у вас сыро, и рублю нахуй все вокруг. Провалился, упал тупо, блядь. Здание исчезло. Я рублю здание. Ну ты прорубил лестничную клетку, потому что, блядь, это блоковое здание, китайская застройка. Сейчас упал человек. Ниц. Сколько тебе надо урона? Три урона? Ну, короче, ща одна тычка, ты труп. Иду домой. Лестницы снимай, ты будешь успокоить домой. Так, я как-то... Кидай блок, сможешь ли ты забраться по стене. Я как-то поднимаю ща. Конечно смогу, блядь, изи хуйня. Ну, нет, сейчас поведем. Ну да, забрать. У меня две шестерочки, блядь, и кое. Я мог скинуть хорошее, там все новые шансы задержать. Ну вот, я как бы, ну вот, забрался. Ну, пить-то хочется. Сука. Что, думаешь, ну что, чтобы попить? Ну, можно дальше спать, в принципе. Хочу... Что? Я хочу... Я точно хочу выпить сок? Я, может, не хочу выпить сок? Я вроде не хочу пить сок. Блять. О, перекидываем. Блять, да что за хуйня? Такие ловушки кидываются. Блять, сука. Ну хочешь сок, что пиздец. Блять, тут целые. Сука. Блять, ловушки кидываются. Ловушки кидываются, блять. Ой, сука, это точно, кстати, я не сплю, может, я сплю, блядь, не хочу опять реально. Это ловушка киберпространства, пошел нахуй. Да не, я не сплю, вроде как. Ловушка кибер... Ну, хочешь, но хочется сока. Блядь, если класс. Такие пространства, я понимаю, молоко могло быть соком. Открываю молоко, нюхаю. Ты просто понимаешь, а тебе же кто-то попросил купить сок. А если ты сейчас выпьешь, может, туда не хватит сока. Смотрю на бумажку. Смотришь.
Там написано что? Купи молоко. А ты сказал, купи сок. Опа, ловушка кибермастера, ловлю мастера на этой хуйне. Бля, если бы навык так сейчас, ой, тупо красота была. Ну вот, кинь на интеллект. Что? Зачем? Кинь на интеллект. Нет, скажи, что, зачем мне кинь на интеллект? Там бумажка связана, если ты догадаешься или нет. О, ну давай. Ну короче, ты на вторую сторону бумажки пробовал глядеть, только со мной почитал. Блядь, в смысле? Оно сложено. Оно было сложено. Ну ты просто взял и прочитал то, что внутри, а то, что снаружи, ты даже не спросил. А там было что-то? Там. А, сука, ебаный, блядь, читаешь это. Там купон. Ну что? Квас, черный властелин. А, нахуй. Думаешь, ну квас это тоже... Нет, я не думаю, я говорю, квас. Я ловушки гиперпространства, не могу выйти, купить сока. Значит, сок это выход. Я вот пью сок, а я обрету выход. Ну, ты знаешь, где может быть сок. Двух местах. Нет, я не знаю, где может быть сок. Вот именно что. А? Ну да. Не знаешь. Я подхожу к окну. Окно на ком этаже? Ну, на твоем классическом восьмом. Отлично. Я открываю окно, влажную половину окно, вставляю нож в стену. И так спускаешь. Ты дай ему. Ебать, нож крепкий. Ну, ты хотел, зонпак ты, ёпа. Ёбаный бат. Ну, спустився. Спустився, заебись. Подхожу, подхожу к мужику. Какому? Нож прячу. Какому мужику? Первый попавшийся, но не тому, к которому подходил в прошлый раз. Ну, подошел. Здорово, мужик. Здорово. Как звать? Ну, меня зовут. Да мне похуй, ты мне скажи, иди сок. Ну, беги сейчас. Хорошо, подхожу к другому мужику. Подходишь. Здорово, мужик. Здорово. Не сиди, грустно. Подскажи, чего грустишь? Да мне похуй, где сок, его можно купить. Дальше сиди, грустись. Подхожу к третьему мужику. Бачишь, вообще утро грустно, мужик. Не люблю четвертого мужику. Четвертого? Ну, такие, более-менее. О! Говорю, здорово, мужик. Говорю, здорово. Где сок? Говорю, ну, икей тебе надо. Ну, там в любые, это... только кроме... Ядреный кабан или как там это хуйня называется. Не-не-не-не-не. Из хлорки и пиздежа состоящая. В любом магазине за 5 копеек. Нет, у меня нормальный сок. Говорю, нормальный икей сок. Да, я это был привоз. У меня золотые хохольские земельные. Золотые хохлядские дыры, давай, где? Ну это рарный сок, такие они продают. А где продают? Ну вот я знаю, что есть мужики, торгуют соком подпольно. О! Говорят, только у их имена такие, ну, странные, короче. То вот по имени только сможешь узнать. Куда идти? Говорят, ну вот тебе повезло, где-то они в этом районе живут, не знаю, как и где. Я вот лично пью Ивана Черноземельного и получаю тестический. У меня золотые хляски, блядь, чертежи. Где? Золотые хляски чертежи, он говорит, да вот же, да это золотые хляски чертежи. Это сок? Нет, это чертежи, блядь, золотые. О, забираю, говорю, спасибо, мужик. Где ты, мужики, что сок подают? Говорю, ну вот это раньше скрутились. Погляди. Хорошо, гляжу. Кто-то крутится? Блять, сука, ловушки киберпространства, ёбаный ты рот! Ну да, крутится, ловушка. Мужики крутится. Мужики сидят и грустно. Подхожу к мужикам. Подходишь. Говорю, здорово, мужики, чего грустно? Говорит, ну тут какие-то мудак оскорбляют, никому представят, спрашивают про сок. А. Ну, пидорас. Говорю, ну да, еще грибал на твое похоже, правда точно ему не скажу. Почему так? Потому что ему точно скажем, что ты обидишься. А, ну мне похуй. Что за дела, мужики? Чего сидим, пердим? Грустим. Грустно просто, оскорбили, не дали даже представить. Ну, представляетесь, я послухаю. Ну, наверное, ты шкуру ебать не пускай, спрашивай всякую хуйню. Фу, я достаю нож, говорю, сейчас посажу, блядь, нахуй, я не мент, пошел на... Ну, да. А чем докажешь? Достаю золотые хля... О, достаю, блядь.
Ищу за три хлядки чечина. Куда ты их положил? Носок. Ну, не хочется, это металлический лист, блядь, из золота. И что? Не помещается носок. Точно? А якого не размера? Ну, да, что положил. Какого не размера? Ну, это альбомный лист. Бля. Я планировал взять личное значение, но да ладно. Не поместилось носок. Они как альбомный лист? Да. Блядь, из золота. Из золота. За ты хрянский человек. Тогда за пояс. Пояс там у меня есть, блядь? Где-то спереди или сзади? Спереди. Ну хуй на себя, неудобно. Надо лучше сзади. Ой, ну ты назад ложил. Тянешься за ним? Да. Кидай на удачу. Не. На ловку, на удачу. На удачу. Блять, сука, ловушка кир... Да! Нашел! Ну, не вышло, блядь, не вышло. Эдки. О, держите! Ну, я... Вы знаете, у кого реке я еще тяжи? Нет. Я не знаю. Теперь у меня. А хуй ли ты, как ты это докажешь, что ты не мент? У ментов такого, у ментов такого нет. Откуда ты знаешь, что мент? Давай, свой лучший аргумент, я как бы вижу, что ты не мент. О, даже рифм сказал. Так увидишь, что я не мент. Что у меня есть с собой? Кроме ножа. Не знаю, может ты уже забыл, что у тебя есть. Я и забыл. Кидай на интеллект. Не, на удачу кидай. Вот сейчас вот мы решим твою судьбу. Что у меня с собой есть? Ну что там на грудном кармане чешется? Я не достаю. Чешется, ну похуй, нехай чешется. Кидай на это. Ну. На интеллект, чтобы. Чтобы что? Чтобы ну не достать неприятно. Не, блядь. Пошел нахуй, я не достаю, блядь. Ну неприятно, пиздец. Да мне похуй, я снимаю халат, пизду. Фу, эмоционист. Кидай на удачу. Я в трусах. Кидай на удачу. Я в трусах. Ну ты в трусах и в носках, ну кидай на удачу. Хорошо, я сажусь на... Кидай на удачу. Блять, сажусь на халат. Ну чуть чистое тело без татуировок. Ну как обычного мента. У обычного человека, блядь, что обычный человек, блядь, татуированный ходит. Сажусь на халат, на то там, где чешется. Ну поджовый неёмко. Блять, ладно. Ну, так, чтобы то, что не, ну, карман, чтобы... Ну, так а что, ты что, мне надо раздеваться, а? Хочешь с нами переспать, ты, да? Ну, сорись. Говорю, мужики, сейчас он... А, хорошо, сейчас. Говорю, мужики, вот вы... Ну, типа, вот так вот, разминаюсь, типа. Говорю, мужики... Что, блядь, чего вы сидите? Надо жить, надо ходить, спортом заниматься. Тут все вымерки, пойдем отсюда и уходим. Фу, блядьски, говорю, дайте раме вас рублю их нахуй. Ну сейчас давай рублю кидать. Зачем мне что-то надо? Силы, да? Я буду от ловкости, я буду типа ловкачески. Ну давай, там 4 мужика. Четыре? Четыре броска. Раз. Не попал. Два. Один раз попал. Три. Два раза попал. Двух мужиков. Два мужика еще. Я забыл про двух мужиков. Два остальных мужика убегают. Пиздец, быстро. Не догнать. Даже... Говорю, фуй! Фуй! Бегите нахуй! Все, прощаю. Сок-то хочется? Нож. Да. Надеваю халат. А, обтряхиваю халат. Чешется что-то. Достаю то, что чешется. Там не стоит. Какое? Открываешь, читаешь? Нет, я говорю, где травя его сырро? Я рублю удостоверение. И кидаю на ловкость. Блять. Отрубил свою руку. Забыл, что тебе рука есть. Пиздец. Как я жил одноруким. Где у тебя визуал? Как тебе на руке? А я руку материализовал? Ты или на руку себе? Положил и так? Нет, на руку. Ладно. Это была киберрука. Ты просто забыл про это. А чё, она не потерялась? Потому что твоя рука ебать. Я думал, что твоя рука ебать. Это же не вещь.
Тогда я ложу это на землю и рублю на земле. Что? Удостоверение. Удостоверение тоже уничтожилось. Я же не хочу, что я уничтожил. А, я забыл. Ну заебись, я ложу свой нож в запас. Ну, нож, типа, превращаю это в нож. Иду к мужику кого-нибудь. Ходишь. Говорю, мужик, здорово, где можно купить сок? Говорю, ну, в любом магазине там. Не-не-не, мне надо золотые хляцкие дары. Говорят, ну, тут раньше вроде мужики торговали, но такие, как ты слышал, что... Ну, короче, точно не помню, Икея. Да я не помню, что за мужики, в принципе, и мужики, или это редки сидите, короче, в тупнике. Говорят, ну, можно на завод производителей съездить. О, где? Говорят, ну, знаешь, там такие старые, типа, деды, да. Говорят, я вот сам раньше работал, у меня такие чертежи были надо, типа, я бы сам смог сделать машину для производства, для открытых дорог. Говорят, ну, точнее, не для производства, а для телепорта на завод. Я шурудю за поясом. Давай. Дай мне удачу. Блядь. Забыл тебя. Где-то забыл. Подхожу к месту там, где снимал халат. Подошел. Ищу. Кидай мне интеллект. Блядь. Подложил, когда разрубал там, короче, мечом задел чертежи. Нет, это так бы я не вспомнил. Я там забыл про эти чертежи. Ну, забыл, короче. Не знаю, что чертежи. Нет, в том плане, что забываешь, типа... Даже воспоминания забываешь о том, что было. Нема чертежи. Значит, и ты дед-то не должен знать про эти чертежи. Значит, их не одни были, правильно? Возможно. Хорошо, я подхожу к другому мужику. Послушаю. Я говорю, здорово. Здорово. Что делаешь? Говорю, сок пью. Какой? Раньше на зиму, не плохих. Не тепло. Говорю, бля. Замечаешь, такой сосед. Бля. Да, сука, ну похуй я хватаю его за кок. Что, мужика? Да. Мужик выпивает сок. Надо схватить, держу его за кок, правильно? Да. Говорю, да это рами, у вас сырро, и рублю нахуй кок. Да. А, блядь. Дай на ловкость. Хорошо. Нет! Короче, попал по банке сока, тут расщепил. Ну похуй, это же я не весь сок уничтожил. О, заебись. Даже не весь сок уничтожил. Нет, вернул эту пачку, все. Забудь, что соседы. Так я, блядь, что я тут делаю? Ладно, пойду. Хочется посыпить сок. Пойду к какому-нибудь мужику. Подхожу. Подошел. Что ты за мужик? Коля, да похуй. Здорово, мужик. Здорово. Что делаешь? Поспьем. Окей. Иван же не зима. А уже какие пространства? Я, блядь, ищу, смотрю, блядь, ищу, где рычаги, нахуй. Ищу, где стационарный телефон. Дай на удачу. Стационарный... Ты сейчас перекинешь? Стационарный телефон, сука. Не перекинешь. Давай еще раз. Стационарный, не, блядь. Не перекину. Стационарный телефон ищу. Ну давай, кидай на удачу. Не нашел. Были шансы? Не нашел, не мог сценарий телефона. Сука, ладно. Далекое будущее, раз сценарий телефона существует. Подхожу к мужику. Подошел. Я говорю, здорово, мужик. Здорово. Тебе стационарный телефон? Говорю, нет, он не сок ходит. Какой? Говорю, ну ты хляцкий, отдали. Дай мне попить, блядь, по-братски. По-братски. Ну я ж не знаю, может, ты болеешь, чем мне потом что-то сок допивать все-таки. Мало ли там спидом болеешь, я вот не думаю. Блять, по-братски. Да, видишь, ну, ветеран, нет? Воевал на войне, блядь, одна рука. А какой войны ты ветеран? Тебе стрельни есть? Блядь, я ветеран такой войны, что даже удостоверение не дают. Подземной войны, блядь.
Подземный боевик? Да, что андеграунд, андеграунд против андердогов, чтобы никто не слышал. Я вот люблю андердогов. Ну, а я против их, а против их поставят, наше правительство заставило меня воевать. Дай попить, сколько, пожалуйста. Не, ну ты убивал андердогов. Нет, я не убивал андердогов. Я вот сам все убивал андердогов. Мне пришлось представить, сколько пожертвовать, пришлось золотые хляцкие чертежи где-то выносить, чтобы телепортироваться на завод производителя и купить там. А тебе есть все? Нет. А что за дед? Ну там какой-то дед был. Говорю, пожалуйста, подойди к нему. Приведи меня к этому деду. А я взял ему, принес чертежи. Приведи меня к этому деду. Пожалуйста. Ну, пошли. Иду, берусь за мужика, чтобы не потеряться, иду за ним. Говорит, что пидорас. Я потеряюсь. Ну ты же ветеран, должен найтись. К сожалению, я не нашел все в жизни. Пожалуйста, ну ладно. Приходишь к тому деду, который говорит, это пляска чертеж. Дед, есть телепорт? Дед такие, да, во, это мужик принес чертежи. Дай, можно телепортировать? Да нет, тут по энергосети жестко объять. Я тому мужику только за счет того, что мне чертежи принес. Да, все, да, телепорт работает. Работаю. Я кого, дед, я кого еще что телепорт включить? Ну, а что ты будешь рассказывать? Ты мой телепорт. Не, ну это теоретические знания. Я уже мужик пьет сок. Да. Дед, точно. Дед, телепортни сока, пожалуйста. Дед, такие, ну вот. Ветеран андердогской войны. Ну, заплати бабки. Я ветеран. Мне ешь? Нет. Мне ешь на карточке. Карточка в банкомате забирает. А где карточка? Где карточка? Да похуй. Дед, ты ветеран андердогской войны. Дай попить сок. Говорю. Ну ладно. Спасибо. Я бывший полковник андердогской войны. О, мое почтение. Мы завоевали против хохлов. Единственное, что хорошее, вывезли из завода. Можно выпить. Можно выпить сок, блядь, пожалуйста. Боже, правда, это же не ты сок, что был раньше. Да похуй, главное, что не кабанский, ебан. И тут сырой. Дай попить сок. Да, вот тебе сок, там сок это слива, смородина, поречка. О, ебать, вкусно, блядь. Вот их хляски дыры, кинь на удачу. Бля, в смысле? Ну, не распробовал, кинь еще. Мяха, я пью, о! Выше из киберпространства. Просыпаешься. Где? На Украине. О! Еба. Да. Где ты-то пролил сок? Я говорю, сука, пью сок. Что за сок? Ну, выхлядь, да. О, блядь. Еще есть пробудивший. Жена, нет. Ладно. Это с тобой жена хохушка, я говорю, фу. Чья? Твоя. А кто проливает сок? Кот пролил, рядом стояла полка сока открыта, золотые хляцкие дыры. Со сливой, поречкой и виноградом. Смотрю, есть ли у меня нож? Нет, конечно. Я говорю, ты был в киберпространстве, там занимался майнингом криптовалюты для нашего хохлядского будущего. Киберхохлядска. Теперь нам придется продать эту пачку сока, чтобы купить новый нейрошлем. Блять. Слава богу, у нас еще пару центренеров не осталось. Не решил? Нет, сок. А, нормально. Говорю, выходишь там на кухню, а там ты и дед, это твой дед, оказывается. Дед, дай. Берешь ему честь? У меня сколько рук? У тебя нормально, что ли? Ты обычный хуй. Двумя руками сразу. Дед такие. Ай, бой. Кибер. С киберсало. Здесь есть. Сок дик есть. Беру дик, ел. Чувствуешь привкус сока. Блять. Сука, я. Иваныч, черноземельный. А, нормально. Это я ем борщ? Нет. А ты что? Ешь сало такое с бульбочкой и запиваешь соком. Иван черноземельный. Заливаю соком сало с бульбой. Иван черноземельный классик. Под бульбу, говорится. Дед сам отпивая, вот, знаешь, сливая полстакана сока в бутылку, перемешивает так, пьет из горла. А дед? И рофля, медали, очищенные, там полковник это вот. Полковник Евли Москалей написано. Дед, я молоко купил.
Ну наконец-то, блядь. И говоря, Варвара, блядь, блины. Выходит такая бабка твоя. Начинает готовить блины. Моя? Да. Я женат на бабке? Не, бабка, твоя бабушка, блядь. Да, я говорю, ну что, давай в рейсинг настроим, пока блины готовятся. А, подожди. Надо только разогреться. О, давай, только долго разогреваешься, давай. Говорю, ну я сам тоже так. Фу, блядь, пидорас. Это ж твой дед. Фу, естественность. Все, тупо начинается реально. Скачу. Давай, три броска. До третьих я сначала кину, а потом ты. Если сумма у тебя будет больше, то заберу деда. Сумма? Да. Это что тут final boss, или ты хочешь, чтобы четырехчасовая пиздилка с дедом? Так там, ну ладно. Ну вот по числу попаданий. Давай. По числу попаданий. Давай. О, где? Ух! Так. Ебать, было близко. О! О, дед, что-то ты, блядь. Ой, дед. Дед начал камбэкать. О, фу, пошел нахуй, дед. Фу, сломал когти. Сильный, сильный. Я говорю, как Украина. Стоять, беречь сок, как бы, золотые хлядки отдали. И говорю, бля, тут еще какая-то годная, еще была третья марка сока. На Донбассе делали, правда, не помню какая. Но будет переглядеть старая реклама. Я тоже не помню. Дед, ну и приготовились блины, садитесь, ешьте и едите блины. Вот, запиваю с хлядскими. Приходят пиздюка, говорят, батя, там, привези новый нейрошлем. А какую кодовую фразу для выхода из киберпространства тебе оставить? Это в прошлый раз ты забыл, пришлось ждать, пока сок прилеет барс. Золотые хлядские дыры. Хорошо. Все, пиздюк убегает радостно. Берете, ну, бутылку, ну, вот банку сока, везде сок. Я живу в соке. Тупо по пути отпивает, оно сплескивает, кот подходит. Блять, кот пиздец. Я в соке? Нет. Ты не в соке, ты сидишь, ешь блины. Всей семьей. Мы сок. Фу, блять, фу. Выглядываешь в окно? Да. Там дирижабль, на котором написано «Золотые хохлядские дали». О, ебать, сила, киберсала. Да. И тупо флаг Украины, тупо место неба. Место неба, блядь, пиздата. Мое почтение. Ну вот как-то так, короче. Ну, блядь, тупо секс. Из ФФР страны, ну-ка. Потому что тебе VR китайский. А, сука.